Город Запорожье – неофициальная казацкая столица Украины. Дата основания считается 1770 год, когда был основан город-крепость Александровск. Но сейчас некоторые ученые считают, что дата основания 952 год, когда было письменное упоминание византийского императора о существовании городища на острове Хортица. Ну, по крайней мере, пока единого мнения нет. Итак, что посмотреть в городе Запорожье? Поехали! Начнем с транспорта. Железнодорожный вокзал Запорожье-1, главные въездные ворота города. Автобусный вокзал Запорожье, вторые главные въездные ворота города. Ну и чтобы закончить тему транспорта, детская железная дорога, самая протяженная на Украине. С монументальных сооружений, конечно же, искусственное сооружение Днепрогэс. Естественное сооружение остров Хортица. Музей казацко-запорожская Сич на этом же острове Хортица напротив Днепрогэса. На острове Хортица находится Запорожский конный театр в южной его части. Там же рядом находится музей судоплавания, или другими словами казацких лодок. Самое древнее дерево Украины, знаменитый казацкий дуб. Музеи есть краеведческий музей, само собой. Очень рекомендую музей Богуслаева, музей завода «Мотор Сич». Очень шикарный музей «Файтон», который посвящен различной технике. Есть свой ботанический сад Запорожье. Дальше что у нас? Парки. Парк «Дубовый гай». Ну, парк как парк, ничего особенного. В этом же парке находится свой парк юрского периода, который посвящен динозаврам. В центре города находится парк трудовой славы, и в нем находится аллея кованых фигур. К сожалению, только 5 фигур. Небольшой Воскресеновский парк около Днепра. Большой парк Победа, но опять же в нем ничего такого интересного нету. Свято-Покровский собор был уничтожен в свое время советскими коммунистами и был восстановлен и открыт в 2007 году. Фонтан «Жизнь», построенный в стиле сюрреализма, скажем так. Знаменитые запорожские часы и бульвар там же. Ну вот, наверное, и все.